году мы с Сашей решили открыть Кубу для себя. Мы посетили вот такой замечательный остров, Кайо Гильермо называется. И, как оказалось, Куба не такая уж и свободная, потому что кубинцы, как выяснилось у местных жителей, мы спросили, они, им даже не разрешается жить на этом прекрасном острове, то есть чтобы туристы могли наслаждаться этой красотой, и никто их не беспокоит.
сегодня я их покажу. Thank you.